А у меня появился светлячок. 2 дня кто-то пикал, пикал. Я входила, смотрела, не могла ничего понять. Оказывается, прямо под окном маленькая дырочка, и он, бедненький, там сидит. Я думаю, что он там ест. Пошла на интернет, посмотрела, что едят сверчки. Там написано, что можно дать вискас. Смотрите, малышка маленький. Ну вот, теперь буду его подкармливать. Сейчас не пищит, сидит потихоньку, кушает. У меня теперь свой личный сверчок появился. Вот так. Вот он где живет.